А мы уже вернулись, и наконец-то настало время для первой игры. Правила следующие. Участники должны как можно быстрее пробежать трассу 1. Как только они это сделают, они должны дать 5 союзникам, которые стоят на второй трассе. И потом игроки, которые стояли на трассе 2, должны как можно быстрее прибежать к финишу. Кто первый прибежит к финишу, тот и победил. Но при этом на дороге будут разные препятствия. Поэтому это частично паркур. Не будем долго тянуть кота за хвост, и как можно скорее начнем обратный отсчет. Разминка завершена, все участники уже на старте. Вы только посмотрите, как разогналась пятерка. Однако Глейсион не отстает. Тройка, можешь поставить какую-нибудь прикольную музычку? Да легко! Паркур, паркур, новое движение, будет самовыражение молодежи. Да не это! Ладно, поставлю другую. А вот это получше. А тем временем наши участники уже преодолели первую трассу. Да, все участники плетутся в хвосте. Пожалуй, впереди всех Джолтеон и Пенни. Кто блок? Бежать! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бежать! Это невероятно. Вы только посмотрите. Октоблок использует свое преимущество. 8 ног. Но ему все равно не догнать Пенни и Джолтеон. Подождите, Джолтеон вырывается вперед. И прибегает к финишу первым Джолтеон. Давайте еще раз посмотрим этот момент. Грандиозный прыжок. Сразу после Джолтеона Пенни. Но кто займет третье место? Как вы видите, Синяк и Октоблок прибежали одновременно. Поэтому я думаю, что они оба занимают третье место. А мы скоро увидимся. Продолжение следует.